Дар, блядь, сектор, ебаный в рот, блядь. Такая хуйня еще есть, блядь. Хуй знает, короче, блядь. Игра сама по себе, блядь, напоминает, блядь, графика из Сталкера, блядь. Тоже про русских. Какие-то тут, сука, гоблины, блядь, зомбаки, нахуй, короче, тоже, блядь, из Сталкера. Хуй знает, кто с кого переписал игру, блядь, нихуя не понятно. Тема, блядь, тоже, блядь, не до конца понятная, блядь. И, короче, то ли остров, то ли хуй остров, блядь. Какие-то, сука, химические... химическое блядство это оружие, хую же тут. Короче, в общем, вымораживает, как всегда, разрабы, блядь, вот этой игры. Мозг, блядь, какой-то хуетенью наподобие, блядь, спасти мир, блядь, от химической какой-то заразы. Эти какие-то, блядь, тут нахуй ходят, блядь, в комбинезонах. Мне такого комбинезона не дают. Я, как, блядь, настоящий герой в каком-то рване, трепе, блядь, как пидорас какой-то, сука. Бомжара, сука. Какую-то хуйню нашел в помойке, блядь, этот костюм от пидормена, блядь, и напялил на себя. Так, вот, блядь, мне никак не пройти было того гандона со щитом. Ну, несколько раз я его, блядь, проходил, сука. В смысле, пытался ебашить, блядь, короче. Сука, непробиваемая, блядь, какая-то. Ну, хуй с ним, короче. Сейчас мы его загандосим. Что тут, блядь, еще интересного, блядь? Да нихуя хуй знает, что тут интересного. Оружие у вас только вот этот вентилятор, блядь, в руке, нахуй. И пистолет, блядь, которым тоже, блядь, не всегда заебись хватает патронов. Патроны, блядь, пиздец, нахуй. 30 штук, на, блядь, на хвост и все, с ракет, блядь, дадут. Максимум, по-моему, 60 патронов, блядь. Короче, тратим экономно. Ну, как экономно? Конечно, так я, блядь. По мере возможности экономлю, блядь. Другое оружие здесь дают. Блядь, дают на короткое время. То есть, блядь, вы подхватили какой-то дробовик или автомат, блядь, подержали его в руках, посмотрели, щелкнули затвором, полюбовались и все. И дальше соси хуй, ёпта. Иди нахуй. Получается там какая-то, короче, блядь, такой. Хуяк такой экран, блядь, желтый нахуй. Пиздец. И, короче, у вас падает автомат, и он исчезает. Я хуй знаю, блядь, пиздец, нахуй это уже. В такие годы уже делать такие игры уже просто, блядь, на, блядь, нахуй, никому не нужны, блядь. Ну, нет, здесь, наверное, кто проходит, тут, блядь. У кого, может, там слабый компьютер, да, у меня тоже, блядь, далеко не мощный компьютер, но, блядь. То, блядь, хотя бы я хуй знает что-то, блядь, есть игры, не требующие от тебя, блядь, хороших характеристик, блядь, железа, но, блядь, интересные. Ну, тут не знаю, блядь, по мне так что-то какое-то говно. Что-то попытались, типа, какого-то, блядь, вторичного сталкера заебенить, что ли, не знаю. В общем, по мне так, бегалка, блядь, какая-то пустая совершенно. Дело был в канализации, блядь, ну, естественно, как же, блядь, такому гандону без канализации. Конечно, я был в канализации, блядь. Там вообще встретились зомби, нахуй. Сколько я их не пиздил, я никак не мог пройти. Я думал, блядь, что за хуйня, нихуя начало игры, блядь, нихуя не пройти. А, это оказывается, блядь, их надо, блядь, потратить. Все, вот. Хуяк нахуй упал, блядь, дробовика нет, все нахуй, хочешь, бери автомат, блядь, тоже на некоторое время. Ебать, куда оно исчезает, это оружие? Сука, как такое говно могли сделать, блядь? Разбить ящик, надо бросить автомат, да ну нахуй, блядь. Сука. В общем, короче, там зомбаки меня тоже заебали, пришлось, блядь, истратить все свои патроны, блядь, из пистолета. Чтобы нахуй угандошить. Оказывается, блядь, когда угандошиваешь, блядь, всех зомби, вот тогда, блядь, тебе открывается дверь, у которой ты стоишь, блядь, пока их хуяришь. В общем, блядь, пиздец, накрутили хвоста. В самом начале вы еще поебетесь немножечко с вертолетом, который надо сбить тоже с базуки, это вообще начало игры. Ну как поебетесь? Не так сильно, но, блядь, как-то непонятно, обычно в играх, блядь, начало игр всегда совершенно простое, просто, скажем так, знакомство с игрой, блядь. А тут уже, блядь, на первой же главе, уже это вторая, по-моему, глава, тебе начинают вымораживать мозг, блядь, всякими какими-то зомби, какое-то вообще гигантское чудовище прыгало тут, блядь, я вообще охуел. На тебя уже бегают эти, блядь, пидоры, нахуй, в скафандрах. Я хуй знаю. Короче, блядь, галиматья какая-то, пиздец. Ну и, конечно, все на уровне такого. Тирет, блядь. Короче, просто ходишь этим дуром своим, блядь, направляешь и просто стреляешь по движущимся целям, блядь. Никакой тут, нахуй, нормальной истории какой-то толковой нету. Никаких тут, блядь, загадок, что-то каких-то стелсов, блядь, ничего тут нету, блядь. Просто какое-то, блядь, тупое, нахуй. И хуй какой-то у нас, блядь, с вентилятором. И без автомата. Сука. Огурец ему в жопу, пидору, блядь. Гандоны, шляпу, блядь, еще колпак бы ему напялили на башку, нахуй. Все, ладно, блядь, нахуй. На этом обзор закончен, блядь. Я еще не знаю, куда здесь вообще идти, блядь. Сука. Откройте двери, блядь, окна, ёпта. Распахните передо мной, блядь, открытый мир. Гандоны, нахуй. Короче, в топку.